На станциях шиномонтажа уже аншлаги. В северных районах республики уже был первый снег, а в Ижевске еще только ждут. Но автослесари уже продлили режим работы. Для нас сезон уже начался. Мы работаем до 7, но вчера было 8 машин в очереди в 7 часов. Так что мы работаем уже до последнего клиента. Сотрудники признаются, с первым снегом желающих подковать своего железного коня добавится, но тогда придется ждать в длинных очередях. В ГИБДД также поддерживают сознательных автомобилистов и настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о собственной безопасности. На дорогах республики уже рост ДТП. Температура воздуха среднесуточная уже перешла за отметку 5 градусов. Летняя резина по своему составу, она ведет себя уже по-другому, не обеспечивает должного сцепления с дорожным покрытием. И это мы, к сожалению, очень отчетливо видим в статистике. Поэтому во второй декаде октября у нас резко возросло количество съездов автомобилей с проезжей части и опрокидываний как раз по причине того, что водитель неправильно выбирает скорость движения, надеется на хорошее сцепное качество. Между тем, прогнозы синоптиков неутешительны. Температура понижается, а в четверг уже выпадет снег, а значит, будет и гололед. Осадки пройдут в четверг с сохранением ночи на пятницу в виде дождя и снега. До конца рабочей недели ожидается ночные температуры от минус 2 до плюс 3 градусов, днем плюс 1, плюс 6. А с пятницы ожидается адвекция холода и температура начнет понижаться. Ночные температуры в выходные дни 0, минус 6, минус 7 градусов. Следующая неделя начинается с небольшого потепления, но как долго оно продлится, пока неизвестно. Мария Шершова, Александр Широбоков, новости.